весовой категории до 97 килограммов, 1/4 финала. В красном трико борется Максим Толмачев, мастер спорта России, представитель команды Красноярского края. Максим является бронзовым призером чемпионата России. Но он прикреплен бронзовым призером международного турнира на призы памяти Коркина и чемпионом чемпионата Дальневосточного федерального округа 23-го года. Мастер спорта России Максим Толмачев. Его соперник, представитель команды Иркутской области Юрий Иванов, мастер спорта России. Спортсмены 23 года.